точное число. 1, 0, 1, 1, внизу пишем индекс 2, плюс 1, 1, 1, внизу прописываем индекс 2. Итак, значит, обратите внимание, что при сложении мы пользуемся также правилами в столбик, да, и при сложении, и при умножении. Каждая цифра записывается строго друг по другу. Итак, берем 1 плюс 1, по правилам это сколько? 1, 0. 1, 0. Но, обратите внимание, то есть по правилам сложения двоичных вычислений мы будем писать 0, пишем, а 1 идет, переходит в старший разряд, в следующий разряд, да? Теперь смотрите, 1 плюс 1 сколько? 2. 1, 0. Не 2, 1, 0. Сколько? 1, 0. 1, 0. Да у нас еще один в уме. Это сколько будет? 1-1. 1-1. Молодцы. 1-1. То есть мы 1 сюда записали, 1 опять в уме. Дальше. 0 плюс 1. 1. 1. Да, 1 в уме. 1-0. То есть 0 пишем. 1 перемещается в следующий разряд. И тогда получится 1 да 1 в уме. 1-0. Молодцы. Таким образом, мы получили двоичное число 1, 0, 0, 1, 0.